Неинфекционные заболевания, в основном сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет, являются основными причинами преждевременной смерти в России и в мире. В зарубежных и отечественных исследованиях четко установлена связь смертности населения с факторами риска, такими как употребление табака, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и злоупотребление алкоголем. Для увеличения доли граждан, ответственно относящихся к своему здоровью, в 2017 году в Российской Федерации был утвержден приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни». По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровый образ жизни снижает риск развития серьезных заболеваний или преждевременной смерти. Соответственно, в рамках данного проекта проводится комплекс мер, нацеленных на снижение основных поведенческих факторов риска и улучшение здоровья российских граждан. Мониторинг ЗОЖ проводится с целью оценить долю лиц, подключившихся к этой программе и ведущих здоровый образ жизни. Участниками исследования становятся случайным образом отобранные жители края в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводится совершенно бесплатно. Все отобранные кандидаты приглашаются на обследование письмами, по телефону или лично. При этом обязательно указывается адрес исследовательского пункта и время явки. Приглашения могут прислать как медицинские сестры или врачи поликлиники, на базе которой выполняется исследование, так и волонтеры-медики. У каждого исследователя имеется именной бейдж с личным номером и телефоном, по которому можно уточнить, попала ли ваша квартира в выборку. Перед проведением обследования каждый приглашенный должен получить разъяснение о проводимом мониторинге, его задачах и условиях участия в нем. В случае принятия условий приглашенный житель края дает согласие на проведение исследования. Мониторинг включает в себя опрос по стандартной анкете, антропометрию, регистрацию артериального давления и частоты сердечных сокращений, определение уровня глюкозы и холестерина в крови. Личные данные участников исследования в общую базу данных не заносятся. Документ, содержащий полное имя пациента, хранится исследователем в соответствии с федеральными законами Российской Федерации о персональных данных и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Таким образом, защищается право включенных в мониторинг людей на анонимность.